Всем привет, друзья, подписчики мои будущие. Сегодня мы идем на рыбалку. Идем на реку Черчик. Ну, вообще, это река Басу, там соединяется с Черчиком. Вон папа идет. Люська. Без Люськи никуда. Вот. Ну, как сейчас придем на канал, все вам покажем, все расскажем. Вот. Мы вчера, нет, позавчера ходили, поймали, ну, хороших огольцов таких. Больше ладошки таких упитанных. Ну, короче, сейчас придем, все покажем, все расскажем. Так, здравствуйте, вот мы пришли. Еще раз здравствуйте. Мы пришли на речку. Вот мы. Вот так, вот так. Вот. Сейчас тут-то будем ловить. Надеюсь, что-то поймаем мы. Но не надеюсь, я знаю, мы поймаем. Так, друзья, вот мы насадили на крючок. На один крючок мы насадили червя, а на другой крючок мы насадили опарика. Вот, опарыш. Так, ну и все, будем закидывать. Вот и все, друзья, ждем поклевки. Короче, друзья, вот мы поймали такого вот бычка. Вот он. Два хорошеньких червя он съел, проглотил, завел нас в водоросли. Вон сколько крови напустил. Короче, я не заснял, потому что я думал, что все, кирдык, видео не удалось. У меня больше таких грузиков нету тяжелых для такого хорошенького течения. Он завез нас в водоросли, да? И, короче, еле я вытащил, но думал, все, рвем. Тяну за леску, она скрипит, туф, и все, думаю, порвалось. Вытаскиваю, а тут такой красавчик. Ну что, не будем его выкидывать? Будем таких маленьких забирать тоже, потому что бычки, они такие вот всегда, большие не бывают. Вот. Кошке отдадим, кошка съест с удовольствием. Ну вот и все. Будет поклевка. Я надеюсь, подключусь. Вот такого огольца мы поймали. Вот, смотрите. Вот. Лов пошел. Вот, друзья, такого огольца мы поймали. О. Прикиньте, за что я его поймал? За глаз. Это жестко. Выключай. Продолжение следует...
Тебе попри, подсеки, все, не надо дергать. Он сразу заметно будет. Если попадется, он будет дергать. Дернуть? Что такое? Оторвалось, что ли? Что, оторвалось, что ли? А как это так оно? Я вот это не понял. Короче, друзья, все, мы все собрали, идем домой. Ну вот, сколько мы поймали, не знаю. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Потому что мы, знаете, сколько снимали это видео? Мы 2 недели сюда, по-моему, ходили. 2 недели ходили, снимали, потому что что-то рыба не клевала. Так, знаете, 2-3 еще не подснимешь, когда она клюнет же. И вот, сложно. Что-то меня не видно, совсем света нету. О. Короче, ладно. Таких видео еще будет теперь на этом канале много. До встречи. Да, до встречи, зараза, свет нету, не видно меня. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.